получается Никс и кто еще? Платье у нас тут. Окей, пойдем в Люксель. Тут. Мимо деревьев. Окей. Маленький рыська, что ты забыла на центре, на втором этаже? Не Никса ли ты хотела убить? Ему нахуй больше минуты, что ты пиздишь на меня. Да ну нахуй. Его еще на выключение от света ёбнуло. А где он был? Он нас играет на пианино, у нас заядлый. Я с первого этажа поднялся на второй, чекнул книжку, где уже был, я бежал весь второй этаж, кроме нижней части пианино, и все. Я ушел на третий этаж, и на третий этаж чекаю, и ему больше минут. Бля, это самое первое место. Ну, может быть, труп. Ладно, допустим, Луиджи. Забыли. Не знаю, смотри, где. Эдик, подожди, типа, вот когда Луи ушел с первого этажа? Ну, что-то странно, что ты не пошел чекать пианино. Обычно все мирные идут сначала чекать пианино. Ну, блядь, думаю, просто но... проверьте меня. Останусь под камерой на первом этаже. Да хоть задрочи. Подожди. Возможно, он там еще на втором этаже здание делал, поэтому так долго искал. Ты какие задания делал на втором этаже? Какие задания? Ну, мои задания из 12 я сделал чемоданчики, первое задание мое. Не, на втором. А? На втором. Второе это инструменты разложил. Раз. И водопровод сделал свой. На втором этаже миссии делал. Ну, как раз инструменты разложил и первую водопроводку делал. Сейчас на третий. И пошел искать трубы, там как раз на это. Ну смотрите, я могу на этот хил могу обелить Олли и платье, потому что они вместе со мной на щитке стояли. Дона всё пришла время? У нас а на я? Первый. Да, все время. А Дона я? Сейчас пришла на первый этаж. Возможно, она смогла я убить. Минуты, секунд, 40 или минута, куда вы нам поделяете? С Донной. Он спустился. Да, я не видел. Я не пересеклась. Мама, зачем? Мама, зачем? Люди, если что, я тоже был на первом этаже, мило. Меня Донна видит. Завали не встал. Я не офигел, Дюк. А чем колокольчик Кейт прожал, это я не понял. Да просто я подумал, что ты.
Ну что, платье, сыграем в буху, да? Если догонять, а ты убегайся. Бля, я бы сыграла с вами. Всё, платье, кикайте. Оль, на камерах? Слушайте, кто на камерах? Ну, платье вроде на первом остался. Но там, я говорю, они забаганы. Где нашли? А, они забаганы? На камерах. Я сейчас возле камеры, я на камеры не заходила, я делала задание с ключиками, мне ключи надо было повесить. Блять. Я не был на камерах, я вообще в этом раунде мало был на первом этаже, только в самом начале. Бабушка моя, я был в начале на первом этаже. Ребят, ну смотрите, уже второй раз говорят, что Дона была на первом, и труп у нас на первом. Ну, Мила, вам видно, смотрите, короче, Мила. Люди, Мила пытается. Блин, смотрите, короче, по этому киллу как бы я обелён, потому что когда я уходил с первого этажа, я... И потом я пошел на третий, где меня видел Дюк, и то есть не мог убить поэтому, то есть я берем. Нет, ты прямо это знаешь, смотри, ты ушел и килл сразу произошел. Ты типа отошел чуть-чуть. Ага, ага. Это не так какой. А, серьезно? Нет, это не ты. Что так? Ну, блять, платье можешь со мной тогда походить? Я, у меня там вроде три задания осталось. Да нафиг от толпой ходите, чё-то сама не может пойти. Я задание выполнил. Не за платье. Я платье? Почти. Блять, вот